этой неделе появились подробности тюремной жизни бывшего премьера Украины, а теперь заключенной номер один в стране Юлии Тимошенко. Она, напомню, отбывает срок за подписание газовых контрактов с Россией. В интернет выложено видео палаты номер 260 в медсанчасти СИЗО. Именно там сейчас содержится леди Ю. Вот эти кадры. Анонимный оператор снимает тот момент, когда к оранжевой принцессе заходят медики. Их лица, как вы можете видеть, скрыты, а вот по поводу личности заключенной никаких сомнений. Это Юлия Владимировна. Причем с неизменной косой отдельно снята обстановка камеры. Видимо, кому-то хотелось продемонстрировать условия содержания Тимошенко. Обстановка достаточно комфортабельная. В комнате два дивана, два холодильника. На столе фрукты, снят даже санузел. Это видео было размещено на сайте Государственной пенитенциарной службы Украины. А в пятницу в этом ведомстве заявили, что Юлия Владимировна была в курсе введения съемки. Тем не менее, адвокаты экс-премьера намерены разобраться, как именно ролик попал в сеть, добавляя при этом цитата: «У кого-то отсутствуют границы человеческой морали». Над Тимошенко издеваются все время ее нахождения в СИЗО. Ей не предоставляют медицинскую помощь. Ее снимают в непонятных каких-то ракурсах, каких-то заранее заготовленных декорациях. То есть это 100% животное наслаждение. Это животное наслаждение, я по-другому это назвать не могу. И организатором это все выступает лично президент Янукович. Неужели это непонятно?